Давайте двинемся дальше. Немножко про анимацию. Core FX. Значит, хотелось бы отметить, что BX FX, так сказать, да, устаревшая функция. Сейчас надо использовать aging. В ней передаем некие параметры. Там продолжительность, какая пауза, что у нас в начале, что в конце. Там закон изменения параметров, что мы там делаем на каждом шаге и в результате выполнения, что у нас получается. Вот, допустим, здесь показан пример, когда мы будем изменять прозрачность текста и запускать эту анимацию. Давайте посмотрим вживую. Вот наша анимация. Смотрите, hello стало полупрозрачным и задний фон стал зеленым. Давайте рассмотрим, как же так получилось. Ну, во-первых, сказали, работаем с анимацией, сделали div, в нем h1. Задали ID-шники, сказали, вот у нас есть функция анимации. Значит, некая продолжительность, как изменяется прозрачность, по какому закону. Законы изменения, правила изменения можно посмотреть в Core FX. Соответственно, каждый шаг мы изменяем прозрачность, и по результату выполнения задний фон нашего дива станем зеленым. Эту вот функция запуска анимации. И, соответственно, делаем таймер. Через там столько-то секунд у нас срабатывает наша функция. Результат вы уже видели, да? То есть чуть-чуть ждем, меняем прозрачность, меняем фон. С этим можно работать. То есть суть всей анимации в том, чтобы по какому-то правилу изменять определенные параметры, атрибуты. То есть вы можете скроллить окошко плавно, да, можете куда-то подъезжать, что-то подсвечивать и тому подобное.